Казахстан готов принять участие в реализации проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Строительство запланировано на следующий год. Об этом президент Казахстана заявил своему туркменскому коллеге в ходе своего визита в Ашхабад. Какие еще планы наметили главы двух государств, расскажет наш корреспондент. Казахстан и Туркменистан будут расширять сотрудничество в области морского транспорта и транзитного телекоммуникационного маршрута Туркменистан-Казахстан. Соответствующие документы главы двух государств подписали в ходе официального визита Нурсултана Назарбаева в Ашхабад. Я считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы еще больше поднять и торговые отношения, и политические, и культурные отношения. Казахстан является транзитом для Туркменистана. Мы через Туркменистан выходим в Иран, в Персидский залив. Это и есть настоящее отношение торговли. Я надеюсь и уверен, что этот визит очень хорошая новая веха нашего сотрудничества. Также были обсуждены перспективы наращивания взаимодействия в энергетической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил, что Туркменистан и Казахстан имеют схожие позиции по сохранению мира и безопасности в странах. Политики международные мы всегда поддерживаем друг друга, как братские страны. Имеем одну позицию, одну, потому что мы хотим мира в наших странах, спокойствия внутри страны, торговли и благополучия. Чем занимается ваша страна и наша страна? Мы придаем большое значение вашему визиту, потому что мы знаем, то, что он даст такой хороший большой импульс в конструктивизме межгосударственного диалога между Туркменистаном и Казахстаном. В ходе переговоров также было отмечено, что Казахстан считает Туркменистан важным стратегическим партнером и готов принять участие в реализации проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Общая протяженность газопровода ТАПИ составляет 1735 километров, мощность 33 миллиарда кубометров природного газа в год. Предполагаемая стоимость проекта почти 8 миллиардов долларов. Туркменистан намерен начать строительство этого газопровода уже в следующем году. Айгерим Авдибек, Жадыра Джалдыбаева, при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан.